Добрый вечер, дамы и господа. Прямо сейчас я нахожусь на своей любимой работе, в депо, и сейчас я гружу Днепр. Сегодня у меня в помощниках Андрей. Добрый вечер, Андрюха. Я вижу, ты это делаешь с таким удовольствием, ты просто кайфуешь максимально. Максимально ты кайфуешь от своей работы. Вообще, блядь. Вообще, блядь. Всю жизнь грузит Днепр. Ребятки, мы сейчас находимся в контейнере, я в маске, у нас начался коронавирус. Нам сегодня очень повезло, мы пришли и большую часть автомобиля загрузили уже, даже больше половины. Нам осталось забить два пролета, и потом мы меняем контейнер. Вот наши клетки. Нам сегодня очень повезло. Вот рядом возле нас парням не очень повезло. Смотрите, сколько контейнеров, сколько клеток. Максимальный кошмар. Начинается моя смена. Всем хорошего просмотра. Подписывайтесь, лайки, колокольчики. Все правильно, Андрюха? Да. И ты бы грузил Днепр всю жизнь, да? Да. Блядь! Я сказал тебе хорошего просмотра и пошел за этой клеткой. Смотри. Блядь, я не могу ее с места дернуть просто. Попросил Андрюку, чтобы помог мне. Она максимально тяжелая. Капец. Я не знаю, каким нужно быть Василием Веростяком, чтобы толкнуть самостоятельно эту клетку. Короче, у меня не получилось. Благодаря Андрюхе. Опа. А вот мой кент Роман. Роман! Самый позитивный человек на нашей смене. Парни грузят тоже какое-то направление. А вот Юрец, самый дерзкий из нас. Оп. Мат на мате. Человек по-другому не умеет общаться. Ну что, пошел, я буду разбирать. Чем мне нравится моя работа, так тем, что она творческая, как и я. Захотел, бокс подтянул, захотел, коробочку раскидал, захотел, построил красивую пирамиду из коробок. Но работа кайф, работа творческая. Нам уже приехал второй контейнер. Я надеюсь, что мы его сейчас загрузим, ну, максимум наполовину. И дальше мы, наверное, с тобой отдыхать не будем. Да, пойдем, наверное, помогать пацанам грузить львов. Потому что на новой почте отдыхать не получится. Если тебе появится свободное время, ты должен обязательно пойти и кому-то помочь. Ренди, ну что, я уже нахожусь в контейнере. Такая работа у меня максимально классная. У нас сегодня не очень удобный контейнер. Поэтому приходится находиться на второй полке. Помнишь, я показывал самому низу? Ты, в принципе, видел, как он выглядел. Сейчас Андрюха будет делать набросик мне, я буду здесь все раскладывать. Кайф. Чистый кайф. Я хочу полетировать уже, дядя. Уже хочу полетировать. Но полетировать мы будем примерно где-то через часа так три. Плюс карму еще одна машинка. Нам очень повезло, что сегодня было немного посылок. Немного раскидались. И повезло, что сегодня было немного боксов. Потому что закидывать их на вторую полку — это просто тяжело. Ну что, дальше у нас перекур, и начинаем палетировать то, что я люблю больше всего. Виторчик ТВ. Дамы и господа, я же совсем забыл вам показать нашу раздевалку. Вот так она выглядит. Вот здесь мы переодеваемся, балдеем. Запахи, конечно, здесь космические. Просто космические. Можно умереть от такого запаха. Летом было окошко открыто, но сейчас мы его закрыли. Здесь у нас душевая, но здесь раздевалка. Она никогда не работала. Точнее, я не застал, как работает душевая. И зачем она нужна, непонятно. Смотри сейчас на это счастливое лицо. И ты можешь понять, что мы начали палитировку. Как я ненавижу это дело.
Ребята, чтобы понимали, сейчас уже 5 часов утра, мы полетируем с половину второго. Вот ты полетируешь, забиваешь клетки, ходишь, писаешь, пьешь водичку, но ты постоянно стоишь. Я в новых кроссах. Ой, ребята, напоминаю вам, что не нужно быть грузчиком, нужно быть умницей. Учите английский, учите всякие IT-программы. И самое главное, вам не нужно быть здесь. Не делайте моих ошибок. Ищите работу лучше, я знаю, вы достойны лучшего. Я продолжаю дальше. Полетировку свою любимую. Полетировка. Не кайф, если честно, не кайф. Вот видишь, у меня же немного насобиралось. Я должен это срочно раскидывать по клеткам. Потому что если будет у меня гора, я делаю хуже только себе. А у Жеки все четко. Пустой ролик, а у меня не четко. Виторчик ТВ. Доброе утро, дамы и господа. Сейчас 8:45-46 примерно. Вот так вот приехали. Последние две машины там. Это уже почти разобрали. Тут еще осталось буквально две полочки. Поймали лютейшую запару. Все в запаре. Еще плюс у меня забрали Жеку на вишню. Жека сейчас там полетирует. Саньке тоже запара. Ну, я надеюсь, что в 9 часов утра мы все пойдем дружненько домой. Потому что запара у нас такая лютая. Ты можешь, в принципе, сам все увидеть, смотри. Все для вас, дорогие дамы и господа, не только корпоративы с шикарным голосом, но еще очень качественно полетирую ваши посылки. Оп, видишь, все застряло. Опа, и все. Добрый вечер, мы из Украины. Ё-моё. Вот когда вот так лента останавливается, у меня есть время раскидать свои посылки. Я побежал. Столица ровно 9:00. В Итюшке чистый ролик, видеодоказательство. Эта смена была шикарная, честно. Пропотел в конец смены. Но, наверное, это к лучшему. Идем на премиум. Всем спасибо за работу. До наступной встречи, everybody.